вместе, держите край. Вот и все. Так. Я тебе помогу. Ничего не понятно. Короче, просто бежать вниз. Да, 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 да. А если мне страшно полшага, очень? Полшага влево сделать, полшага влево. Вот, отлично. Так? Да. Ну, ребят, Нет, вы можете еще раз мне сказать, что будет происходить? Просто бежать вниз, все время вниз. Не бойся. Максимально. Сергей, Калинин, да? А будет как-то что-то резкое или мы плавно полетим? Очень, очень плавно, главное, ну, постножки не поднимать, чтобы мы вместе прошли. А может быть, кто-то палку другой поддержит? Нет, все, она не мешает, руки, все да? Отлично. Хорошо. Мы готовы? Раз, два, три, let's go! Let's go, let's go, let's go, let's go! Так. Let's go, let's go, let's go! Уху, видишь, как хорошо ты побежала. Я думала, дольше надо будет бежать. У тебя выпускающие хорошие. Она снимает уже? Да, уже все снимает, передавай привет. Рассказывай, как тебе страшно. Мне страшно. Ой, блин, как классно. Поглубже высаживайся, ручки по бокам. Что это пищит? Это приборы, которые позволяют нам дольше летать. Камеры с разных ракурсов себя снимать. У-ху! Я хочу скорее то, что вокруг снимать. Что-что? Хочу скорее то, что вокруг снимать. Ну что, страшно? Ну, уже нет. Уже нет. А ты управляешь, да? Да, да. А где-нибудь здесь учат это делать? Здесь, ну, не особо. Я учил раньше. Ага. Нигде учатся такого? На самом деле это не сложно, везде учат, в принципе, в Тбилиси учат, да? Во всех странах это очень распространено. Можно увлечение, ничего сложного в нем нету, можно научиться летать. Это курс занимает где-то около 10-15 дней, через 5 дней уже делаешь самостоятельные полеты. Вот. Ну, полеты разные есть, есть профессиональные, есть для начинающих. Я камера отвлекаю. Можно я ее положу? Нет, достань, снимай. Мне просто она отвлекает меня от того, что просто смотреть. Держи сбоку, дай все, и смотри. Вау. А можно же одному, да, летать? Да, конечно. Здорово. То есть отдельный параплан специально сон. У нас просто с тобой двойной. Специально для того, чтобы мы вдвоем летели. Есть? Одинарные парапланчики. Можешь кинуться назад, прям расслабиться. Если тебя отвлекает палка, давай покажу, как сделать. Давай. Вот так, подмышку засовываешь, и ручкой вот здесь держишься. Вот здесь. Вот так вот. Да-да-да. Здесь. Вот одновременно с... Все, да. Я просто когда откидываюсь, мне хуже видно, мне кажется. Мне хочется вот так. А, да, ну наклоняйся на здоровье. Наклонись вперед без проблем. Тихо-тихо-тихо. А если бы было бы солнце, прогрев, то мы смогли бы набрать высоты и вернуться обратно. Угу. Сейчас солнца нет, поэтому красивый полет по каньону. То есть надо было раньше, да, лететь, чтобы... Да, конечно. Можно было раньше. Ой, назад вернуться. Водопадики. Вот так летают птицы. И мы. Вот еще с левой стороны водопад. Угу. А параплан сколько стоит? Где-то от 3000 евро. Ага. Ну терпимо, в принципе. Thank you.
красиво? Да. Можешь с разных ракурсов камеры снимать, потом воспоминания будут. Камера привязана, не переживай. Можешь в левую сторону, будет с левой стороны в левую. Хорошо видны высоты. Если захочешь экстримчики, у нас будет высота, могу тебя покрутить. Будет страшненько. А голова не закружится? Вполне возможно, конечно. Просто я боюсь, что у меня не очень сильно. Может, перед посадкой. Главное, чтобы меня не вырвало. Сейчас же нормально у тебя все? Да, сейчас. Развернуться туда лицом, чтобы мужу помахать, не получится? Мы далеко улетели, мы с тобой уже километра три улетели. Ну, вон оттуда, сам он не... Далеко улетели. Учиться. Война закончится. Пиши, научу летать. А почему после войны? А, потому что воздух закрыт. Я сам с Крыма. Часть. Сочувствую. А? Сочувствую. Еще раз здесь. Сочувствую. Да. У меня просто часть семьи в Запорожье. Ой, ужас. Как у меня только... тоже мама, вот Ника моего мужа, она тоже в Украине сейчас. Ты, в смысле, не здесь, да, учишь? Нет, здесь для начинающих сложновато. Ага. Лучше в другом месте. Но здесь можно учиться? Но в Украине именно, да? Да, и в Украине, и в Турции, и в Италии, и в Крыму, в разных местах. Ну что, курочки поделаем? Давай попробуем. Давай, левую я же могу сказать, место. Я же смогу сказать стоп, если... Конечно, конечно. Ты же вот так как бы, сколько? Не-не, ну не бойся, откинься назад, расслабься. Так неудобно держать. Ладно, давай попробуем. О, Паша, стоп, 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 стоп! Перерыв. Ой, голова немножко закружилась. Это хорошо. Прикольно. Да, я специально сделал. Мы сейчас идем на посадку. На посадку тебе надо откинуться назад, и тебе ноги будут поднять максимально вверх вместе. Пока расслабься, я скажу, когда. Окей. Хорошо? Да. У нас снизу штиль был, у тебя вес не маленький, поэтому скорость была большая. Но я постарался максимально мягко тебя посадить. Так, давай ручку. Встаем. А с мужиками, как они еще тяжелее. А этот ветер развесит. Ну что, поздравляю. Вот такие вот девчонки. Хера не боец. Спасибо.